Профсоюзный комитет группы ПАО ММК накануне Дня знаний устроил в экопарке праздник для будущих первоклассников. Мероприятие подобного масштаба было организовано впервые. Оно собрало около 5000 участников. Зарядилось хорошим настроением и наша съемочная группа. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Это касается и года учебного. Хорошее настроение будущим первоклассникам накануне было обеспечено в экологическом парке. 1 сентября за парты сядут более 2500 детей, членов профсоюза группы ММК. Ну хочется сделать что-нибудь приятное, а то сплошные ограничения были последние годы. А здесь такой большой праздник, такое большое количество ребятишек. Погода благоприятствует. Как всегда у нас... Парки «Магнитки» на высоте. Спасибо администрации города за представленную территорию. Поэтому наша главная цель, чтобы члены профсоюза и их дети видели, что о них заботятся, что их никогда не забывают. И что дети — наше будущее. Мальчишки и девчонки, а также их родители. В парке на праздник собралось около 5000 человек, и каждый мог найти что-то для себя. Кто-то наслаждался концертом и попивал творческим коллективом, другим делали аквагримом мейкап. Третьи примеряли на себя роль Робинов Гудов и стреляли из лука. И еще огромное число активностей, дартс и оригами, шоу мыльных пузырей и веселые старты, добавляли антуражи и ростовые куклы. Хорошее настроение – самое важное, что может получить ребенок накануне первого похода в школу. Обучение для них пока пора – полное таинство и чудес. Готовилась как-то в школе? Расскажи, как. Да, я купила все, что надо для школы. Как думаешь, как учиться будешь? На пятерке. Я вот школьные пора очень сильно жду. Я хочу учиться только на пятерке и четверке. Я вот что от школы только жду и все. Читать, писать, книги читать. Чтобы становиться умнее и получать пятерки. Ну а чтобы получать хорошие оценки было приятнее, каждый первоклассник, чьи родители являются членами профсоюза, получили полезные подарки. Павел Брюсенев, Виктор Исаев, телекомпания ТВН.